Друзья, сегодня будем записывать пограничный духовой оркестр, оркестр Брестского погранотряда. О, девушки на танцы пришли. Вот они в 17:00 начинают и будут играть для нас. Пришли мои танцоры, поэтому я постараюсь записать еще и танцы, не только выступление оркестра, но и танцы. Вот такие красавцы в Брестском погранотряде играют в оркестре. Хорошая традиция, которая возрождается. Если они будут каждый выходной день, то здесь будет полно народа. Восстановили городской сад. Вот, очень красиво почистили, его сделали. Если возродят эту традицию, значит, это будет классно. Я вот вам покажу, как раньше играли. Вот эта же беседка была, но лет 150 назад, наверное, видите, в конце 19 века. Вот сейчас ребята будут играть. Поэтому дождемся и покажем вам, как они играют. Очень красивое место, друзья. Это городской сад. Вот там река. Шикарную набережную сделали. Это, смотрите, фонтан. Он вечером подсвечивается. Красиво получается. Шикарно. Видите, вот восстановили все это дело. Это мы обтанцовываем новое место. Ребята, это мы новое место обтанцовываем, правда? Пока привыкнем к новому месту. Да, а потом будет нормально. Место это очень хорошее. Ну, шикарная, правда, там картина? Главное, что хороший фотограф. Здесь дышится легко. Так да. Я же только вас снимаю, ребята. Вы меня вообще звезды. Сейчас люди вас поженят. Потом скажут, что вы поругались, потом разведут. Это так юмор. Это люди придумывают всякие так интересные легенды да, из жизни танцоров. Ну, это мои любимые танцоры, какова друзья. Какова есть правда, мы можете спросить у нас. Скажите, мы вам все расскажем, даже что не знаем, да? Но придумывать ничего не будем. Точно. А политично рассуждаешь. А политично, Маша, рассуждаешь.